Никита к этой горке подходит с опаской. Раньше весь двор боялся, что она упадет. Говорит, вроде немного заварили, сейчас не шатается. Но проблемы на этом не закончились. Если хочешь прокатиться на такой горке, готовься получить синяки. Вот там, когда качусь, там дырка все время. И так разгоняешься и сразу падаешь в дырку. Я не знаю, почему она получалась. В лучшем случае испачканная одежда, в худшем синяки и ссадины. Никита говорит, горку недавно покрасили, но толку от этого нет, новее она не стала. Зимой забраться наверх по лестницам вообще проблематично. Тут голень отбиваешь, когда скользко, тут лесенки все время скользкие. И вот тут пьешь голень все время, и тут потом синяки. Выходит, что такие детские площадки всерьез наносят вред здоровью. По словам уполномоченного по правам ребенка Иркутской области Светланы Семеновой, такие площадки опасны для детей. И не только в Братске можно найти горки и турники советских времен, которые изжили себя. Такая проблема существует везде. Сейчас при Ангарье объявлена акция «Опасный двор». Жители Иркутской области могут сфотографировать или снять видео с опасным двором на их взгляд и переслать их уполномоченному по правам ребенка. Там делают заключение, а решение отправляют в управляющую компанию или администрацию. Возможно, горкой Никиты и другими опасными участками скоро заинтересуются в областном центре. Илона Жукова, Руслан Сидорович, телекомпания «Город».